Телефон Realme C2. Показываю внешнее состояние, из недостатков есть небольшие потертости по корпусу. Немного отходит экран. Из-за того, что гнутый корпус, наверное, видно. Проверяем зарядное устройство. Зарядка пошла. Андрей, извини, пожалуйста, а там в телефоне были симки, нет? Не помню, я показания там. По-моему, нет, да? Нет, не было вроде. Wi-Fi телефон ловит, сейчас подключимся к сети. Сим-карту вставили, проверяли. Звук идет, все работает. К Wi-Fi подключился, значок заработал. Сейчас проверим заднюю и переднюю камеру. Все, на кассу приходите. Передняя камера, задняя камера. Все работает. Дефект корпуса, то, что отходит экран, на работоспособность не влияет. Сенсор полностью работает.